такое, как обычно. Это у нас уже автор парты. Готовая Гозинаки, готовая Сациви. Вот Нино пробует, главный эксперт. На самом деле все очень вкусно. Вот Гурам говорит, что многие думают, что во время съемки, когда готовится что-то, это все невкусно, это потом выбрасывается. Наоборот, мы, авторы, операторы, съемочная группа, всегда вот ждем, слюнки глотаем, когда уже все это будет готово, чтобы можно было бы напасть на все это и разодрать. Человек, который, хоть у нас сладкое же не любит. Хорцы. Хочешь, сейчас довезли, или хорцы. Все? Хомагали домовить, да? А на улице прохладно. Сейчас я вам покажу Лисье озеро. Да, Гамрилья. Вот такой у нас получилось еще бажа. Нас хочет доснимет. Мы сейчас выглянем, посмотрим на экстерьер ресторана Амра. Вот это зал, который днем забит. Мы сюда днем даже бы не посмели бы прийти, чтобы не нарушить здесь технологический процесс. А вот, дорогие друзья, Лисье озеро. Озеро Лисье, вернее. Это от слова Лисье, а не от слова лиса. То черепашье, это Лисье. Но это Лисье. С лисой, по-моему, ничего общего не имеет. Вот это вот вода. Сейчас гладь воды. Вокруг. А вокруг тишина. Взятая за основу. И вот такой уютненький этот ресторан Амра. Замечательный. Раньше он был в конце проспекта Важапшавела, на улице перпендикулярной Нуцубидзе и Важапшавела. Вот сейчас они переехали сюда. И еще, скажу по секрету, строят Гурам трехэтажный ресторанный комплекс. Тоже Савурталу, который, ну, наверное, через какое-то время откроется, потому что там нужны еще такие определенные ремонтные работы, которые вскоре завершатся. Ну, там какие-то трубы, специальная проводка, то есть технология целая. Сейчас вот покажу. Вот там вот вода. Нужно будет сюда обязательно прийти днем, чтобы вам все это показать. И вот такой вот здесь вот уют и теплота.